Во время своего выступления на финальной сессии Валдайского клуба в Сочи президент России, пожалуй, сделал несколько самых жестких заявлений за последние несколько лет. Вероятно, со времен его знаменитой мюнхенской речи. В этот раз также Владимир Путин фокусировался на глобальной безопасности. По его мнению, после окончания холодной войны Соединенные Штаты Америки смогли спокойно осуществлять различные операции по всему миру, удовлетворяя свои национальные интересы, даже если это зачастую означало игнорировать правила и наказывать тех, кто с этим не согласен. Меры воздействия на непокорных хорошо известны и многократно опробованы. Силовые акции, экономическое и пропагандистское давление, вмешательство во внутренние дела, апелляции к некой надправовой легитимности, когда надо оправдать неправовое урегулирование тех или иных конфликтов, устранение неугодных режимов. В последнее время появились свидетельства, что в отношении ряда лидеров используется и откровенный шантаж. Недаром так называемый «большой брат» тратит миллиарды долларов на слежку по всему миру, в том числе и за своими ближайшими союзниками. Президент также обвинил Запад в неумении учиться на собственных ошибках, напомнив, как многие западные страны много лет назад поставляли оружие и спонсировали талибов во время советской военной кампании в Афганистане, а потом были вынуждены воевать с теми же самыми талибами. Так вот, вновь оружие, а также деньги поставляются повстанцам в Сирии, а теперь с теми же самыми джихадистами Запад вынужден воевать в лице Исламского государства. Знаете, меня очень всегда радует, и в этом случае я вспоминаю все время то, что говорили по этому поводу. Помните замечательную фразу? То, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Ну, мы не можем согласиться с такими формулировками. Разрешения спрашивать не будет. Говоря об отношениях России с Западом, президент Путин заявил, что вместо того, чтобы фокусироваться на совместных финансовых проектах, которые традиционно сплачивают страны, мы видим все новые санкции, которые наносят вред как России, так и многим западным игрокам. Несмотря на все это, Россия готова к диалогу, если он нацелен на создание мультиполярного мира со стабильной и надежной системой глобальной безопасности. Егор Пискунов, РТ, Сочи.